Начинали мы с того, что да, первым проводили вот такие вот коротенькие экскурсии. И когда к нам обратились уже туристические агентства с предложением о проведении экскурсии на нашей ферме, то мы уже, по сути, были готовы к экскурсиям, знали, что рассказывать, что больше всего интересует людей, разработали программу, чем-то ее дополнили более интересным, интерактивным, вот ввели мастер-класс. И сейчас к нам уже 2 года каждые выходные не по одной в день приезжают туристические группы. Большей частью взрослые, но есть и программа для детей. Ну, то есть вы не сами где-то этих туристов ищете, а работаете с какими-то туристическими агентствами, насколько я понимаю? Ну, к сожалению, так получилось, что попытки самостоятельно организовать группы не удались по причине, что и у нас нет там отдельного человека. Мы все-таки занимаемся больше разведением рыбы, чтобы организовывать такие группы. Ну и получилось так, что такой человеческий фактор, когда нужно кого-то организовывать в определенное время, люди опаздывают. Поэтому в основном, да, это турфирмы, у них уже там свои программы, своя реклама, свои туристы, они привозят к нам группы от 10 до 40 человек иногда бывает у нас. То есть это большие группы. Однажды было 48. Ничего себе, это очень большая группа. Да, что изначально нас пугало при экскурсиях, то это наши помещения совершенно не приспособленные для приема групп, где и площадь помещения не позволяет, здесь каждое место чем-то занято нужным и полезным, и оборудование, которое установлено. Но вот разработали, придумали, начали делать так, чтобы всем было комфортно и нам проводить, и людям интересно смотреть. Туристы рыбу покупают? Ну, редко кто отказывается без покупки и может отказать себе. Все-таки у нас тут небольшая дегустация проходит, поэтому после нее. Вот, ну и когда Лена показывает свой мастер-класс, у вас же тоже потекли слюнки, наверное. Лена так показала мастер-класс, что я тут это самое, чуть не умер на самом деле. Супер вообще, большое спасибо. Началось с того, что когда она показала свой мастер-класс, я стояла и... сигарета выпала с рота. Да. И говорила, это срочно нужно людям показывать. Что туристы получают, кроме самой экскурсии? Ну вот уже сказали, что дегустация есть. Что еще? Они получают селфи. Мастер-класс сначала. То есть мы им рассказываем подробно, мальковым, да, про инкубацию, про мальков. Потом они проходят. Для них тоже я вытаскиваю вот этого какого-нибудь большого обского осетра, рассказываем про маточное стадо, потом они переходят к Лене, слушают, и по желанию они уже, да, могут сфотографироваться. Но чаще всего люди не отказываются, когда рыба успокаивается, то есть я всем говорю вот так же, как вам, спокойно, что ее можно подержать, и люди фотографируются с этой рыбкой. Класс. А я знаю, что у вас тут соседи пиво производят. Какая-нибудь коллаборация, рыба и пиво, мне кажется, это вообще близнецы, братья или сестры, не знаю. Это гастрономический тур был предложен компанией «Тур Урал», она вот с него и начала, но не с эту пивоварню возят в другую пивоварню в Малых Брусянах после нас. Ну, то есть такое, да? Да. Это да, рыба и пиво же хочется. Ну, на мой взгляд, эта рыба не требует ничего, ни водки, ни пива, да. Согласен.